Всем привет! Вы смотрите Черное море каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме, ссылочки в описании. Сегодня у нас 31 декабря. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Погодка у нас сегодня теплая, но облачная. Температура воздуха около 13-14 градусов. С моря дует ветер. И на море легкое волнение, но это не мешает купаться людям. В этом году, так сказать, последний раз искупаться. Вот ребята тоже заплыли. В целом сейчас тепло. На Новый год нам обещали дождь. Но надеюсь, что погода сохранится. Хоть и облачная, но сухая. Вот такая вот погода сегодня в Сочи. Всех с наступающим Новым годом. И пусть будущий год будет лучше, чем текущий. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И смотрите Черное море каждый день. Всем пока!